Оля, что важнее в деле трансформации? Работа над телом или изменение сознания? Ой, тут надо выделить, конечно, что важнее. На самом деле, наверное, и может быть не неправильно. Потому что когда я начинала я работать сначала с физическим телом, а потом уже подключила лицо, потому что лицо стало отличаться от тела. И затем уже поняла, что что-то не хватает. А что? Это то самое вкусное наполнение, женская энергия, работа с мозгом. И, конечно же, я поняла, что все нужно соединить воедино. В комплексе, да? В комплексе, да. И так родилась вторая программа, потом третья программа. И так я стала вести сначала себя, довела до идеальных, на мой взгляд, результатов, а потом профессионально уже и людей вывела именно на полную работу, на цельную работу, на такую, чтобы целостность создать всего тела. И только тогда я уже поняла, что все эти компоненты воедино, когда соединяешь, то получается очень красивая молодая здоровая картинка.